Сегодня в Чувашском государственном университете имени Ульянова чествовали лучших выпускников. Традиции торжественного приема у ректора уже третий год. Это ребята, которые на протяжении 5 лет учились на отлично, преуспевали в спорте, принимали активное участие в жизни университета. Синие мантии у девушек и у юношей. 100 выпускников ЧГУ имени Ульянова называют студенческой элитой. Лучшие 100 выпускников нашего главного вуза Чувашского государственного университета, конечно, найти должны, а бизнес-сообщество, органы власти, мы должны в этом помочь, хорошую работу, достойную работу. Как отмечают студенты, впечатления от учебы самые лучшие. Многим не хочется прощаться со вторым домом, поскольку студенчество для них – это самые лучшие годы. Было очень сложно, конечно, учиться на нашем факультете, но очень интересно. Мы за время учебы увидели много разных интересных клинических случаев, постоянно были в больницах, многому научились. Я не сомневалась, куда поступать, и когда поступала в университет, и сейчас я не сомневаюсь. Мне здесь нравится. Я хочу жить в Чувашии. Ежегодно университет имени Ульянова выпускает более 1600 специалистов. Порядка 400 студентов получают красные дипломы. У каждого за плечами немалый багаж знаний, приобретенных в вузе, творческие, спортивные и научные достижения. Впереди у ребят новая жизнь, первая работа. По статистике, немалый процент выпускников Чувашского государственного университета трудоустраивается по специальности. Действительно, для ребят сегодняшний день – приятное и долгожданное событие в жизни. Все они шли к этому очень долго, и теперь для них открыты многие дороги. Были ночи, что писали дипломы ночью, курсовые, потому что темы были сложные, было трудно найти информацию ту или иную. Приходилось в библиотеках зависать. Ну, в результате все у нас, труд вознаграждается, и действительно мы заслужили этого. У этих молодых дипломированных специалистов с работой трудностей возникнуть не должно, ведь за годы учебы они выработали привычку быть лучшими во всем. Дани Фатагирова, Андрей Спиридонов, Республика.